в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так с достоянием общественности. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способность достичь больших успехов. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Эти люди ответственны и терпеливы. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.